Летучие мыши наведываются в гости к югорчанам. Сургутянка поделилась в соцсетях видеозаписью знакомства с редким для нашего региона зверьком. Девушка обнаружила необычное животное у себя дома. Рукокрылый зверек уснул, вцепившись в шторы. В комментариях сургутяне удивились такому гостю и призвали автора видео, цитирую, «ни в коем случае не есть его». Зоологи же в таких случаях советуют вынести животное на улицу. Обязательно делать это в плотных перчатках. Летучая мышь может испугаться и даже укусить человека. Кровь, конечно, пить не будут, но заразить бешенством вполне может. Специалисты говорят, в наш округ эти звери прилетают на охоту. Виды, которые встречаются в Югре, питаются исключительно насекомыми и только в период жаркого лета. С первыми холодами они кочуют в южные регионы. А те, кто не успевает мигрировать, ищут пристанище в городских квартирах. В Ханты-Мансийском автономном округе на настоящее время зарегистрировано 6 видов летучих мышей. Причем 2 вида у нас ежегодно в летний период встречаются в окрестностях и в самом городе Сургуте. При похолодании они впадают в оцепенение. Естественно, при резком похолодании они пытаются найти себе укрытие с положительной температурой более высокой. Ну и частенько забираются в окна, либо это могут быть подъезды.